Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Моя личная жизнь в очередной раз не складывается. В принципе, это только часть жизни, другая часть тоже не идеальна. Но основная проблема последние полгода – это отношения с мужем, которые подпортила моя неудачная беременность. Я очень переживаю по этому поводу. Муж не хочет идти на контакт, легко обвиняет меня, так как у меня были сомнения по поводу этой беременности, мне 39 лет. Априори я виновата в произошедшем. Но мы оба не готовились к беременности, и он сразу все вопросы свалил на меня, что делать, какие витамины пить. Как только она появилась, плюс не обещал мне какую-то поддержку в будущем, а все родственники в другом городе. Стресс был постоянно, то дело старается выгнать из дома. Квартира съемная, принципиально платил и платит сам. Хотя я тоже зарабатываю и предлагала платить вместе. Я устала, ничего невозможно сделать. Ну, аноним. В первую очередь, здесь вам как-то вот... Нужно выделить, чего вы боитесь-то, по поводу чего переживаете, потому что, как бы, проблематика не совсем ясна. То есть, такое впечатление, что вы свои отношения с мужем выстраиваете как-то вот, слишком изолировано. То есть это что значит? Это значит, что вы при построении отношений с мужем опираетесь не на то, какой он реально, да, а на то, что вы от него ждете, на то, что вы от него ожидаете. Вот вы пишете, например, что все вопросы свалил на меня, да, что делать, какие витамины пить. И не обещал поддержку в будущем, при том, что, очевидно, вы этого ждете. Или ждали. Но при этом к беременности вы не готовились, то есть она наступила, получается, вас непредвиденно. И как-то вот это, понимаете, не связано с реальным миром. Потому что если вы не готовились к беременности, да, если беременность была не запланированной, то о какой поддержке, например, и о каком взятии на себя вопроса со стороны мужчины идет речь? То есть у вас вот как-то не совсем, мне кажется, реалистичное ожидание у человека. При этом, как правило, когда подобные вещи происходят, есть трудности с отслеживанием и выражением своих интересов. То есть, понимаете, как бы, чтобы к вам, например, относились с уважением, ну, допустим, чтобы к вам относились с уважением, чтобы с вами считались, да, нужно свои интересы выражать и защищать, отстаивать, стоять на своем. А вы вот, как бы, ну, вопрос вот в том, да, делаете ли вы так? Вот. Делаете ли вы это? Следующий момент.
на который хочется обратить ваше внимание, это то, что вы вот как-то сами говорите о том, что уже не впервые, да, ваша жизнь, ну, личная жизнь не откладывается, значит, вы уже, ну, не в первый раз как-то выстраиваете, ну, взаимодействие с мужчинами, вот так, что это вот, ну, неудовлетворительно получается для вас. Соответственно, возникает вопрос, а что в вашем поведении приводит к тому, что у вас не складываются отношения с мужчинами? Да? Дальше. Какой у вас запрос к психологу? То есть, ну, какую проблему вы хотите решить? Травматичность по поводу неудачной беременности? Переживания из-за отношения мужа, тревога, как бы, допустим, тревога за себя, ну, по поводу того, что вот вас хотят выгнать и так далее. Понимаете, вся штука в том, что вы, похоже, вот не очень такую приятную вещь, я скажу, но вы, похоже, на птичьих правах находитесь со своим мужчиной, да? То есть именно вот на птичьих правах вы находитесь. И вопрос, который у меня к вам вот есть, да, вопрос, как бы, как так вышло-то, что вы вот на птичьих правах находитесь? Вас могут выгонять совершенно спокойно. Вот, а вы терпите. Понимаете? Как получается так, что если вы считаете, что мужчина не должен все вопросы беременности брать на себя, да? Ну вот, что вы выбираете себе именно такого мужчину, который берет все вопросы который все вопросы оставляет вам. Вот. Понимаете, в чем штука-то? То есть, как будто бы вы вот, как бы хотите, да, вот, любви, вы хотите заботы, вы хотите как-то вот, чтобы вас ценили, чтобы вас уважали, чтобы о вас заботились, вот. Но при этом, как бы вот в глубине души, как будто бы не верите в то, что вы этого достойны. Вот что самое здесь неприятно, наверное. Вот. Знаете, какая штука. И если о чем-то говорить, то говорить, наверное, в первую очередь нужно об этом. Что вы сами вот в глубине души, вероятно, просто вот считаете, что подобно вот, ну, поведение, да, по отношению к вам, подобное поведение. Оно как-то вот, ну, если не адекватно, да, то оно, по крайней мере, это поведение вполне себе как-то вот, ну, отражает то, что вы о себе думаете, как мне кажется. Знаете? Ну, вот. И я понимаю, что вы расстроены по поводу неудачная беременность,
Вот. Вероятно, травмированы вам, вероятно, больно и обидно. Вот. И эти чувства вам тоже желательно, ну, как бы прожить. А? То есть сейчас у вас вот, как мне кажется, сейчас у вас довольно серьезный эмоциональный фон. Вот. И сильные эмоции вам не позволяют как-то вот, ну, двигаться. Понимаете, да? То есть сильные эмоции не позволяют вам принимать решения. Вот, слишком вот сильный эмоциональный фон у вас. И, на мой взгляд, вам нужно как раз таки его снизить. Что мог бы и сделать, в принципе, психолог-то для вас. Вот. Что касается в целом гармонизации отношений, да, если вы хотите наладить взаимодействие с мужем, то здесь ситуация такова, что, ну, важным моментом является следующее. Считает ли мужчина, ваш муж, проблемы, да, что происходит с вами, это первое. То есть готов ли он работать, если нет, то работать только вам придется. Вот. И, соответственно, гармонизировать отношения. Ну, в принципе, это реально, да, то есть как бы, ну, вполне реально гармонизировать отношения, даже если работает один человек. Это не проблема сделать. Вот. Но вопрос, который у меня остается к вам, как бы, это то, почему ваш муж так относится к жилплощади, да, то есть как будто бы вам не доверяют. Вот. И это необходимо тоже проанализировать. Вот. Мне кажется. Понимаете, да? То есть, как бы вот в целом, такое ощущение, да, что как-то вот к вам относится, так вот, достаточно, ну, негативно. Вот. Сейчас вы позволяете себя использовать. Да, не потому, что как бы муж вот ваш там плохой, да, например, не потому, что он плохой, ваш муж, а потому, что вы позволяете ему это делать. И страха, может быть, или, может быть, еще, может быть, семью хотят, может быть, вам кажется, с вами что-то не так, там, например, и так далее, что в 39 лет у вас там нет детей. Ну, например, это, конечно, чушь полная, да, но, как бы, может быть, вот такой, ну, может быть, такой элемент, может быть, такой момент. Вот, если у вас такие вот
комплексы есть, да, вот, ну, психокомплексы есть, то с этим нужно поработать обязательно. Потому что вам это довольно сильно будет мешать. Возможно, именно это вам мешает как раз. Вот. Понимаете, как бы, надеюсь, о чем я говорю, да? Вот. Вот, наверное, то, что хотелось бы вам ответить сейчас, вот, с точки зрения психологии. Давайте еще раз сейчас пройдем. Значит, моя личная жизнь в очередной раз не складывается, да, то есть это вот такое некое пораженческое настроение у вас. В принципе, это только часть жизни, другая часть тоже не идеальна. Какая? Другая, это какая часть? Не идеально. Это такой момент. Вполне вероятно, что дело не в личной жизни. Основная проблема — это отношения с мужем, которые подпортила моя беременность неудачно. Я очень переживаю по этому поводу. По поводу чего? Беременность или отношения с мужем? Муж не хочет идти на контакт, легко принять меня, так как у меня были сомнения по поводу этой беременности. Мне 39 лет, поэтому априори я виноват. Так вы переживаете по поводу того, что вам не хватает мужа, контакта с мужем? Или вы переживаете чувство вины по поводу беременности неудачной? Вы как-то, пояснить. Мы оба не готовились к беременности. А вы считаете, что оба должны готовиться к беременности? Но если вы считаете, что оба должны готовиться к беременности, то как-то ваш муж не производит впечатления человека, который разделяет такую позицию. То есть, как бы он вам прямым текстом говорит, что ты беременна, ты и решай вопросы. Ну, к этому можно относиться по-разному. Но ваш муж прямо говорит так. Вы как будто бы не слышите. И он сразу все вопросы свалил на меня, что делать, какие витамины пить. Опять же, а должно быть по-другому? Как вы-то считаете? То есть, если вы считаете, что должно быть по-другому, то человек, если он это делает, то есть, если он не сваливает на вас вопросы. Допустим. То как вы думаете, как вы думаете, он как-то по-другому себя с вами-то вел бы. Ну, знаете, какая история здесь? То есть вот тут вот как бы история о том, да, чтобы сопоставить вот то, чего вы ждете от мужа, и то, какой, как бы, реальный человек. Вот. Дальше, Блик не обещал мне какую-то поддержку в будущем, опять же, а должен был обещать.
Если должен был, то что на это указывало? Стресс был постоянно. Из-за чего? То дело старается выгнать из дома. Почему? Я устала. От чего? Ничего невозможно сделать. Чтобы что? Создается впечатление, что у вас такое достаточно апатичное состояние. Создается впечатление, что вы так вот, ну, подавлены. Вот. Создается впечатление, что у вас такое вот подавленное состояние. Вот, может быть даже депрессивный, вот, что, в принципе, при данных обстоятельствах вполне, как бы, ну, нормально, да, логично, вот. И, соответственно, вам, вероятно, нужна вот помощь. То есть вам нужна помощь именно вот не в преодолении, да, а в проживании и в осознавании тех процессов, которые происходят. Вот. Потому что это у вас, вот, скорее всего, системное поведение. То есть, когда есть какие-то готовые модели поведенческие, вот, которые вы неосознанно повторяете, что в итоге приводит к вот такому результату. Вот. То есть, например, такая позиция, допустим, что я должна быть сильной, вот, и тогда меня полюбят, например. Я не должна быть слабой, вот. Тогда у меня все будет хорошо. Ну, как бы, эта позиция не всегда работает, к сожалению. Вот. Такая вот история. На этом все. Я надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, желаю вам всего самого доброго и удачи, обращайтесь.